Катюше сегодня 6,5 месяцев. Она уже весит 16,5 килограмм, 100 сантиметров. Уже такая большая наша розовая малышка. И сегодня она первый раз вышла в вольер на такое достаточно долгое время. Все, наверное, следили, вся Россия. Панда – символ Китая, священное животное, которых осталось очень мало. Мы приехали посмотреть на детеныша большой панды Катюшу. Все о ней давно уже знают, в Телеграме очень много постов о ней. И когда только оповестили новость о том, что в зоопарке она вышла в большой вольер, все пришли посмотреть на нее, потому что это большое значимое событие. Это первый детеныш большой панды, что родился в России.